Меня зовут Кирилл Исаков, и мы сегодня в нашем прегейм-шоу будем помогать вам коротать время до матча, настраиваться и делать так, чтобы вы этот момент ожидания провели в отличной компании. Ну что, давайте начинать. И к нам в гости прибыли чемпионы детской, юношеской баскетбольной лиги, или сокращенно ТЮБЛ, чтобы всю эту конструкцию не говорить. Конечно же, игроки ЦСКА ТЮБЛ, которые в финале обыграли приятный Зенит Бор номер один. И давайте, друзья, все вместе и в комментариях, и сидите у своих экранов, поприветствуем Вадима Шеремкина, Николая Садикова и Даниэля Зацепина. Парни, привет! Здравствуйте! Давайте! Очень приятно. Очень приятно, очень приятно. И сейчас мы себе вернули, поэтому был настрой жесткий. Но в большом перерыве тренер после того, как мы проигрывали, прям дал взбучку эмоциональную, и мы смогли. Он вообще в интервью сказал, что девиз этого финала был простым – терпеть и работать. Да, это правда. Да? Еще перед началом турнира наш тренер сказал, что на этом турнире у нас могут выиграть только сами мы, ЦСКА ТЮБЛ. Если мы будем играть в нашу игру, то нас очень сложно обыграть. Какая она ваша игра, ребят? Вот как бы вы охарактеризовали свою команду? Защитная, атакующая. Все вместе. У нас и хорошее нападение, и хорошая защита, и вообще вся команда, мы очень дружная. И на финале мы это доказали, вышли и забрали, вернули свой титул. Ну, какая-то, например, какой-то плейлист или музыка, которая обязательно должна звучать в раздевалке? За плейлист в раздевалке у нас отвечает наш тренер по физической подготовке. Он включает нам какие-то русские песни, ну и мы от них чуть-чуть кринжуем, так сказать. Быстрее собирайтесь, чтобы выйти из раздевалки. Да, это нас сплочает, мы начинаем смеяться, расслабляться чуть-чуть, отвлекаться, и это нас заряжает. Очень сильно нравится тоже Каспер Уэйр. И я как бы из ближайшей лиги, можно так сказать, в которую можно попасть, я бы хотел на него равняться, потому что он решает в концовках. Это игрок, который в концовке добавляет 200% своего мастерства, и он в концовке всегда решает. И какую игру не посмотришь, он в концовке всегда улучшает свою игру прям максимально. И мне это очень нравится. У него есть характер. Когда все поняли, что ты будешь MVP, начали тебя нагружать, чтобы ты вот стату набивал. Бывало такое? Не, ну мы просто... Мы в раздевалке всей команды знали, что если мы выиграем, точнее, когда мы выиграем, мы знали, что Вадик, он будет нашим MVP, потому что он очень много влияет на нашу команду в атаке. Он очень много забивает очков, помогает, отдает передачи. И поэтому, мы знали, что он будет нашим MVP. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Молодцы. Так держать. Друзья, у нас были в студии чемпионы ТЮБЛ команда ЦСКА. И вот мы решили добавить такого театрально-кинематографического драматизма, и к нам присоединился Александр Илин. Саш, привет! Приветствую! Я знаю, что ЦСКА – лучшая российская команда в баскетболе. Одна из самых лучших в Европе, ну, как минимум, самых титулованных команд. И, то есть, в победе ЦСКА я не сомневаюсь, но я вот пришел с детьми на этот матч. Потому что им интересно, и спорт этот интересен. И я очень рад, что мы попали не на финал, а на полуфинал именно. Потому что, на мой взгляд, полуфинал – это ключевая игра. Потому что в финале у тебя все, за тобой Москва. Ты можешь тратить силы, энергию, эмоции и так далее. Финал ты должен обязательно выиграть, чтобы попасть в призовые, но при этом не растерять силы и оставить и заряд, и физическую, эмоциональную форму для финала. Это же очень-очень интересная теория. В некоторых источниках можно найти информацию, что твоя супруга была чемпионкой мира и Европы по чирлидингу. Это все правда? Верно. Ура! Александр Ильин, он больше музыкант или он больше актер? Как ты сам себя ощущаешь? Ну, я вообще даже не пытаюсь разделять это. Это и то часть меня. Это друг друга дополняет. Что можно вообще желать дружной, крепкой семье, счастливой? Зачем туда лезть? Я могу пожелать только этой семье
крепкого здоровья и чтобы... Ну и все. Остальное все есть. И так можно добавить, чтобы все, кто сейчас видит столетний юбилей, увидели еще 200-летний юбилей ЦСКА. Оп! Ну... Вот чтобы... Это еще мы и про то, чтобы у нас и медицина, и здравоохранение шагнули сильно вперед. Как да, бы очень сильно вперед. Саш, спасибо тебе огромное, что нашел время в своем плотном творческом графике прийти добро, к нам спасибо. В студию. Согласен, благодарю за приглашение, мы болеем за ЦСКА. Вот так вот, не добавить, не убавить. Мы снова возвращаемся в нашу студию, продолжаем разогреваться перед матчем ЦСКА «Локомотив Кубани» и радовать вас нашими гостями. И вот третий гость сегодняшней нашей студии, человек всем хорошо известный, кинорежиссер, постановщик многих любимых зрителям отечественных фильмов Клим Шипенко. Клим, привет. Привет. Все здесь на баскетболе, и мы некогда ходить даже в кино. Он уже на экранах, друзья, кто не в курсе. Фильм уникальный. Да. Фильм, который ты срежиссировал, фильм, благодаря которому, я говорю это вслух, друзья, ты побывал в космосе. Так и есть, да. Все правильно, этот фильм я срежиссировал, написал в соавторстве и снял как оператор в космосе. Так что да, это все в одном, так и есть. Я сейчас буду задавать много вопросов про космос, но прежде очень важный вопрос. Есть да. такой баскетболист? Кайри Ирвинг, он играет в НБА, и он утверждает, что Земля плоская. Ты как человек, который видел ее издалека, скажи, пожалуйста, это действительно так или нет? Ну, конечно, нету. И он ошибается. Земля не плоская. Я видел округлости этой Земли. И могу авторитетно заявить, что всем плоскоземельщикам, что они ошибаются. Так что да. Ты режиссер самого кассового фильма в истории российского проката, я прав? Ну, до недавнего времени, сейчас это «Чебурашка». «Чебурашка». Ну, да, до недавнего времени это было так, да, был самый кассовый «Холоп». Вы понимали тогда, когда снимали, что это вот так вот стрельнет? Не, не понимали. У нас были достаточно скромные реалистические ожидания, но это никогда не была та сумма, которую в итоге фильм собрал в прокате. Она сильно превзошла наши предсказания. Из баскетбольных фильмов я да. люблю «Белые не умеют прыгать». Ало? Да-да-да, куда без этого фильма. Я обожаю баскетбольное кино, я его смотрю. И, конечно, «Космический джем». Второй смотрел? Нет еще. Не надо. Да. Да, знаешь, я с детства играл в баскетбол, и где-то лет 12-13 я попал в ЦСКА. И тренировался до лет 16 в ЦСКА. Я играл за молодежный клуб ЦСКА, я играл за молодежную сборную России. Мои тренера Дмитрий Дмитриевич Росковский, Екатерина Александровна Мамедова. То есть я ребенок ЦСКА. И... Да. Ну, спасибо тебе. Спасибо. Спасибо. Это было замечательно. Друзья, Клим Шипенко сегодня посетил наш студию и зарядил нас дополнительно баскетбольным настроением. Я Кирилл Исаков. Увидимся, друзья. Вперед, ЦСКА!